Прямо на стриме мне предложили сыграть дуэль на АВМ Sport V2 или взамен я должен пропиарить человека. Что из этого вышло, смотрите видео дальше. Ну что же, уважаемые подписчики канала Кента ПК, прямо сегодня, прямо на стриме, мне предложили сыграть дуэль на АВМ Sport V2. Если я выиграю, я получаю АВМ Sport V2 за 0.03. Если я проиграю, то я этому человеку обязан сделать пиар. Поэтому однозначно будет очень горячо, однозначно будет очень весело. С вас обязательно лайк и обязательно подписочка. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Касаемо аккаунта данного человека, у него есть донатерская медаль, то есть это уже внушает мне доверие. Также у него наиграно 300 часов, то есть это не ноунейм аккаунт, плюс голд 1. В принципе, нормальный, хороший аккаунт, и мы с ним играем примерно на равных. Так что, ребятки, сегодня будет очень-очень весело. Остается буквально 5 секунд, и я так и не успел посмотреть на его АВМ, потому что... Ну, потому что просто закончилось время. В первом раунде я всегда беру USP. Вот я раньше брал Дигл, но я заметил, что Дигл, ну, так себе плюс-минус. Так, ну что же, ребятулечки, полетели. Блин, самое главное не проиграть, иначе это будет очень-очень обидно. Погнали. Так, ну что. Давай, братик, за ВМИ двор стреляй в упор. Ё-моё, фига себе, это какая-то киберкотлета или как? Ничего себе у него раскидки, прям меня ослепил. Братан, ну ты давай полегче играй. Попал, попал, попал. Ой, как попал. Это было больно однозначно. Это было больно, это было... Попал, два раза попал. Так, почины, пора с ним заканчивать. Поехали. За ВДВ. За киборгами двор. Фух, 1-0. Это приятно. Ну вы теплы, это лайк влепите, потому что чем больше лайка, то тем больше Кента ПК побеждает. Если я выиграю этого чувака и он мне даст голду, то тогда мне хватает денег, чтобы купить керамбит гол. Потому что на данный момент у меня 28к голды. И если сейчас Кента никто не обманет, это будет обалдеть как круто. Так что, ребят, пожалуйста, хэштег не будь Аладдином, отдай голду. Прифайром тебя убить, да? Прифайром. Прифайром! Ну, 2-0. Ну, кто, батя, люблю вас, ручки. Изи, изи, изи. Я, кстати, как-то даже не обращаю внимания на его скины. Давайте сейчас попробуем его выиграть и посмотреть, что же у него за скины. Потому что, если у него нету скинов, то значит это мошенник. Если у него реально есть скины, то тогда, в принципе, вполне вероятно, что нас не обманут. Смотрите, лайфхак от Кента. Вот эта штука простреливается. А! Ох, блин! Нормально, нормально, давай, все под контролем, почены, не кипишуем. Так, что за скины, что за скины? Смотрим, быстрее, 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 быстрее. Ну, чё-то рарк. А, статрекс, наклейка. О, нормально. Не, нормально, наклейка, притом не самая дешевая. Слушайте, нормально. Не, почены, в принципе, все очень даже хорошо. И я скажу так, что я искренне верю в то, что этот парень реально нам отдаст АВМ Спорт. Ну давайте, давайте так, давайте пока что дезморалиться не будем, потому что еще ничего не ясно, но скины вроде бы не самые дешевые, но и не самые дорогие. Но надеемся, что есть АВМ Спорт В2. Так. Хо-хо-хо, ничего себе проигрок. Так, что у него за скин? А, Дигл, давайте посмотрим, Дигл. А Дигл у него какой? С наклейкой или без? Да, с двумя наклейками. Нет, ребят, нормальный скин, реально. Может быть, ему просто нравятся эпики, да, допустим. И может быть, ему просто нравятся вот такие вот скины. Поэтому вполне вероятно, что у него есть АВМ Sport V2. Я очень на это надеюсь, потому что, ну, я не хочу остаться в дураках, как обычно. Но реально, мне уже надоело, что постоянно меня обманывают. Блин, я понимаю, вам-то смешно в чате, да, это не вы играете. А мне это обидно, пощены. Вот я хочу, чтобы мне давали призы. Так, что за скин? Что за скин? Смотрим. Опять UMP, что ли? О, окей. Пока что все нормально. 5-0. Кентух выигрывает. Ребят, давайте, говорится, все под контроль. Просто хэштег под контроль. 5-0. Замечательно, прекрасно. Если вы еще смотрите данное видео без перемоток, то вы вообще самые лучшие. Но я скажу вам так, что чуть меня этот парень начинает немножко настораживать. Прифайрим, парифайрим. В головушку попал, у кого-то 1 хп. Ну он топал, ну... Ну зачем ты топал? Ну ты ж топаешь, так, чё за КР? Не понял. Не, подождите. А где у него скин?
Так, я не понял. Ты сейчас понимаешь? Ты сейчас опозоришься на весь стрим и на видео, потому что я это сниму на видео. И специально выложу, чтобы знали, кто этот человек. Он еще в клане состоит, да? Ну, если его после этого видео не выгонят с клана, я предупреждаю, то это реально нубский клан, потому что вы обманываете людей. Если вы не выгоните этого чувака с клана, если он не обманет, я говорю сразу, то вы нубский клан. Но, надеюсь, что все будет нормально. Давайте еще не будем волноваться, потому что парень вроде бы нормальный, вроде бы адекватный. Написал мне в ВК, типа кентуха, вместо ВМ, скинул скрины. Ого! Нифига себе, он Жан-Клод Ван Дам! 7-0! Не, ну это реально смешно. Ну это реально позор. Реально просто позор. 7-0 проигрывать. И при том 50, давай дуэль. Ну, походу, кто-то сильно хотел пиара. Братан, конечно, ссылочку на твой канал я уже не укажу. Но если ты отдашь мне скин, отвечаю, в описании будет. Вот я прям отвечаю, это будет хороший пиар. Если ты мне отдашь скин, я предупреждаю, ссылочка будет в описании на твой канал вообще без проблем на язычах. Так, ну что же, друзья, товарищи, последний килл, последняя победа. Еще выбежит. Настало время самого приятного. Это отдавать кентухе АВМ Спорт В2. Давай, малышка. Ну, давай. Ох ты, блин. Слушай, реально, если ты отдашь, ты будешь моим прям кентюриком. Лучшим. Ну что? Блин, куда он вышел? Может быть, он просто вылетел. Не, ну вы серьезно, сейчас рофлите или как? Данил, он в ВК подписан, Данил Демин. Ты серьезно сейчас? Алло, в игру зайди. Не понял, что это такое. Так, я надеюсь, это шутка какая-то. Как обычно. Это же один кента пока должен отдавать голду, если он играет с кем-то дуэль. Не, больше же никто не должен. Можешь кента обмануть, написать и подавать дуэль на ВМ, а потом обмануть. Ну что это такое? Ну чувак, ну это не серьезно. Я еще его маме напишу. Я еще напишу ему, подождите. Лишь бы у него была в друзьях мама. А, блин, у него фейковая страничка. А, у него вообще один друг. У него на аватарке PlayStation. Короче, все как обычно. Дефолт. Ну, надеюсь, вам хоть было интересно. Поставьте лайк, подпишитесь. И да! Короче, ребят, запомните, вот этот клан FKS228, это клан нехороших людей. Если они его не кикнут с клана, я предупреждаю. Я сделаю черный пиар этому клану. А такого пиара, что они прям обалдеют.